Я здесь тут это на чуть-чуть поиграл и понял, что это сложно. Итак, меня должны два раза убить, но я бессмертный. Ну ладно, будем атаковать. О, и да, сделать еще что-нибудь. О, ты что? Ой, ничего. Ой, еще. Чем больше ты ешь, тем больше ты ешь, тем больше ты становишься. Бутеры, мне чтобы меня не съели. Это гигантский. Золотой краб. Нифига себе. Появилось. Так, мы дальше идем. О, ветка. Вот хотя бы какое-то оружие. Хотя бы ветка. Все, хвата. О, это что? А вот здесь непонятно. Я пойду. Всем пока. Не получайте. Ой, прости. Акула! Ты что на меня махаешь своей пастью? Ты меня не хочешь видеть? А? А? Капальчев акула. А что это такое? Видели? А? Капальчев акула. Очень интересно. Хи-хи. Вы бы хотели бы на это посмотреть? О, сколько мне так? Так, они. Черепашка. Ну, теперь получилось. Вы хотели посмотреть, кто сильнее? Черепаха. Хочешь, лучший краб? Он здоровее. Я кушаю. Так, все наешься. Ну, а теперь получаем. Иди, получай. Все хорошо. Ну, в такие вкусные. Получай. Тихо. Какого ты посылка? Пиши. Чтобы меня было испытать. Так, а мне еще что-то? Там пули, я не знаю, что у меня пули. И будешь делать, что я тебе.
Я уже такой командный кабан. Да чё мне надо? Получит 50 меня. Ай, меня опомнил. Всё, я умер. Я вернулся из того мира. А чё подходил делать паук? Ладно, на это видео, наверное, заканчивается. Только прокачаю крабика. Ладно, всем пока. И, наверное, будет завтра, наверное, будет вторая часть. И всем пока. Все показать. Это реклама. Я вам покажу, где мой брат скачал эту игру. Смотрите. Вот Телеграм должен быть. Так. Ярик, а где Телеграм? Так. Подождите, пожалуйста. Сейчас найдем Телеграм. Так, смотрите, видите, мобильные игры. Записывайте. Мобильные игры. Записали? Еще три. Два. Один. Один. Смотрите. Вот здесь мы и скачали. Здесь можно. Надеюсь, вы сами разберетесь. Сейчас реклама покажу. Там, смотрите, такие вот игры. Смотрите, я покажу, как качать платные игры. Здесь их можно бесплатно скачать. Вот, FNAF, например. Вот, ладно. Покажу, вот, видите, вот эту папку. Здесь сначала был... Вместо этой папки вот эта стрелка раньше была. Но я скачал файлы, потом скачал. Сами разберетесь дальше. Всем спасибо и всем пока!